серия посуды называется «С разводами глазури», потому что берутся вот такие керамические чайники, скорее всего, это фаянс, потому что не сильно просвечивает, то есть вряд ли это фарфор, да, и бессмысленно в данном случае фарфор использовать высокого качества. И ставятся глазури вот такие разводы, которые, скорее всего, как я понимаю, в печи растут. И растут они по-разному, то есть там, где это хорошо заметно, можно увидеть, что вот здесь так выросли, здесь практически все покрыли они. Ну, то есть по-разному. Все уникальные получаются. И фотография на сайте, она не может как бы передать то, что вы получите. То есть вы получите сделанное по этому дизайну, но что-то уникальное абсолютно. В серии разводов глазурью есть вот такие чайники. Они, по-моему, 200 мл. Прикольно то, что все чайники вот с такой красивой тесемочкой. То есть прикручена крышка. То, что мы всегда теряем и бьем. Не знаю, помогло это нашим клиентам или нет, но я считаю, что это большой бонус для чайника, когда у тебя мало шансов разбить крышечку. Но все возможно. Есть такой чайник, получается, у него достаточно круглая такая дырочка для пальчика, и вот так вы держите. Уже точнее, вот так вот, немножко сунут вот этот чайник, палец, и сверху другой. Очень удобно. Даже с горячей водой большой чайник очень удобно держать. И второй чайник, он 170 мл, такой более классический наш вид, только вот небольшой размер. Цвета есть вот такой сине-фиолетово-голубой и зеленый. К этому можно подобрать чашечки и чахай. Вот это, по-моему, 150-170 мл, ну, то есть он небольшого объема. И вот около 200 мл, чуть побольше. Как видите, в одном у нас ручка, то есть классический такой вид, а в другом такой старинный вид. То есть сейчас достаточно модно последние годы вот именно за верх держать. Он так немножко отделен, чтобы не было горячо, не обжигало ручку. Но многим неудобно, то есть смотрите, как вам будет. Цвета есть, получается, голубой и такой песочно-синий. Вот этот очень красивый мне. Самой лично вот это больше нравится, потому что он такой яркий получается, очень интересный. В серии разводы глазурью есть вот такие чаши. Были разных цветов, зеленые, голубые, но остались только такие. Может быть, не сильно бросается в глаза, что это разводы глазурью, но это они. И чаши отлично сочетаются, например, вот таким чахайчиком, тут даже есть такой же оттенок. Но можно и даже далекие. Главное, что это, в принципе, один дизайн, это замечательная чайница. Для хорошего сцепления сделана вот такая крышечка, которая как раз вот плотненько так закрывает, но при этом легко вы открываете с таким. То есть, в принципе, вакуум такой небольшой создается в чайнице, и чай хорошо хранится. То есть можно этой чайнице и хранить чай, и дарить, кстати. И использовать на церемониях, то есть, если вы не боитесь такого звука.